Всем привет, меня зовут Даша, и я катаюсь на BMX. Сегодня я нахожусь в Краснодаре, в легендарном парке XSR. В этом парке прогрессировали топовые райдеры, которые сейчас катаются на международном уровне. И я решила проверить, спрогрессирую ли я за 2 недели в Краснодаре. Сегодня со мной будут кататься Катя и Настя. Для Катюхи этот парк местный, она здесь катается постоянно. Настюха из Питера, сегодня мы будем кататься вместе. Я планирую снимать первый день катания и последний, чтобы увидеть, есть ли прогресс. Поэтому держу кулачки. Сегодня первый день. Надеюсь, через 2 недели я буду намного лучше кататься и сделаю несколько новых трюков для себя. Снимаешь, да, Катюх? Да, мне сказали снимать. Я тебя в кадре не вижу. Ну я вот перед тобой как раз. Где? Прямо перед тобой. Не вижу. Ну вот, я тут, снимаешь? Давай, давай, ага. Развернусь. О, вот она, Даша. Вот она. А теперь мы поедем трен друг за другом и попробуем точно так запрыгнуть. Погнали. Говоря, до этого мы сначала какое-то время прикатывались к фигуре и только потом начинали снимать на камеру, что мы можем сделать на этой фигуре. Получалось очень долго, и мы решили, что у нас будет всего по 5 попыток, 5 проездов, и вот за эти 5 проездов мы должны что-то сделать на какой-либо фигуре. Этот фанбокс не такой, как все остальные, которые я до этого прыгала. За чего реально сложно прыгать. Несмотря на то, что пару часов назад прыгали жесткий фанбокс, Катюха говорит, что он такой же, как и этот. Но жесткий фанбокс я могу прыгнуть, а этот нет. Мне просто стрёмно на него разогнаться. Я здесь 3 ребра ломала. Это что за высота такая? Берем бенгеры. Ну, повытрепалась ты знатно, конечно, молодец. Так, а что, ты покажешь бенгер? Мне так стыдно, я даже не могу фанбокс, понимаешь? Ну, короче, это все, чему ты научилась за... За много лет катания. Я считаю, что Катюхе реально можно респектнуть, потому что это мощно. Это классно. Вот, поехали, Настюх. Мы Катюху сняли, мы с тобой пройдем дождь всех. Поехали. Ой, какой ванку, да? Короче, мне в ванбоксе тяжело прыгать, поэтому буду делать трюк на стол. Посмотрим, что будет через день. Короче, меня сняли. Я вот так вот и веду съемку. Вау! Вот она, вот она! Там барфина, да, не хватало. По-любому. Ты знаешь, что там тоже какой-то другой трюк, да? Да. Не бегаю, угадала. Вау! Я не получила на соревнованиях 35-го раза. Вот она!
следующий спот. Погнали! Ну, для первого дня рассказываю. Файн. Вот такой вот вышины. А он, честно говоря, немножечко уставший, но рабочий. Поэтому погнали прыгать! Очень приятно. Да? Смотря на эту резину, которую ты помпу начтись. Спайнер или бенгер? Тогда давай трики. А? Трикс. Трикс. А ты когда пойдешь туда? После тебя и после Катюхи, потому что у нас нет оператора. Какие-то другие ощущения. Катя, кто-то ударить хочется, конечно. Я тебе предлагала просто прыгнуть, ты сразу с трюком! В общем, мы посмотрели, я из-за того, что ногой, голенью задела колесо, я просто решила скинуться. Но я нормально уехала. Что, еще раз сделаю? Давай. Ну, именно дело? Делай. Это не считается так наг, но пока что вот так я его умею на сегодняшний день. Они торчат со всех сторон. Ты такой едешь, понимаешь, что здесь все торчит. Вот эта штука, это жесткая штука, если что, это не супер мягкая какая-то там поролоновая фигня. Это жесткая резинка, если что, которая вот напороться на нее вот так можно. Ладно, все, хватит, погнали. Я вот на сегодняшний день не готова ничего там делать. Я хотела там сделать барспин, но я не готова. Как раз через две недели ты катаешься. Я надеюсь, что, может быть, я соберусь все-таки и вспомню барспин в Котрис, которого я много сломала. Да, давай. Катю хочет там, на расчелок. Катюк! В общем, какой ты такой... Ой. Такой сегодня был день. Мы вместе покатались и посмотрим, что будет через две недели. Смотрите прямо сейчас. Блин. Ладно, честно говоря, мне реально стыдно за сегодняшнее катание. Ты посмотри, что мы там с тобой сделали. Ну да, у тебя столько рожек понастоит.